предлагаем гранульные горелки в любой ваш котел. То есть новый или бэушный котел можно всегда переделать из дровяного котла в гранульный. Для этого это все делается за 6 часов в любом месте Латвии. За один день устанавливаем гранульную горелку Фероли в ваш дровяной, бэушный или новый котел. Тем самым мы облегчим вам жизнь в 10 раз. На данный момент еду в Валку просто отвозить горелку. По той причине, что мужчине не дали кредит, и он решил установить горелку сам. И по этой причине я везу эту горелку, в 160 километрах от Риги, и я ему привезу. Если будут вопросы, все ему расскажу, хотя в Ютубе все я вроде как объясняю. Вот. И получается, вы горелку можете взять отдельно. То есть в данном случае мужчина берет горелку со шнеком. Бункер он сделает сам. Гарантия у него на горелку остается. То есть если у него будут какие-то вопросы, он, безусловно, надеюсь, что спросит. Или посмотрит в YouTube, ну, неважно. Вот она сзади, кстати, появилась. Камера все время передвигается сама, поэтому иногда показывает и то, что у меня сзади находится. Вот, дальше он заказал Салус, температурный комнатный датчик, который с любой точки мира можно знать через телефон, сколько градусов у вас дома, и управлять этой горелкой. То есть включить, выключить. Так, сейчас я переместился куда-то, сейчас я подправлю. Значит, что дальше? То есть при наличии интернета у вас в телефоне и при наличии интернета в доме всегда вы можете настроить горелку под то, как вам удобно. Значит, дальше мужчина решил взять для Viadrosa U22 это полочки. Одна у нас полочка идет по 19 евро, кривая первая, и дальнейшие по 14 евро прямые. У него 6 секций, соответственно, ему надо 5 полок, 4 по 14 евро и одну по 19. Дальше мужчина взял у нас НТЦ-датчик, то есть он хочет сам подключить комбинированный бойлер, чтобы можно было самому и летом тоже в два раза экономичнее отапливать бойлер в сравнении с электричеством. Так, мне кто-то звонит. Замечательно. Так, это... Ну ладно, это я перезвоню. Так, значит, сыночек звонит, траву косить надо на работе. Вот, поэтому мы как бы попозже поговорим. И что дальше получилось? А вроде как и все. А, и в Валку мы везем за 29 евро горелку. Вот, наверное, в принципе, в двух словах и все. Всех вам благ. Увидимся в интернете, как говорится.